Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости канала. На этом видео я предлагаю вам связать вместе со мной красивый квадратный мотив. Если вязать мотив разными цветами нити, то нам понадобится, вот как в моем варианте, 4 цвета нити. Вот они, ниточки 1, 2, 3, 4 цвета. Я буду вязать крючком 2 миллиметра, и я думаю, вы помните, что чем толще нить и больше размер крючка, тем больше получается мотив. Этот мотив у меня размером получился 7 на 7 сантиметров. Повторяю, вязать я его буду, и связан уже этот мотив крючком 2 миллиметра. Ну, давайте приступим вязанию и начинаем вязать этот красивый квадратный мотив. Начинаем вязание нитью белого цвета. Провязываем в начале начальную закрепительную петлю. И затем свяжем 9 воздушных петель цепочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. С помощью соединительной петли вводим крючок в первую петлю, провязываем соединительную петлю, и у нас получается вот такое колечко. Далее вяжем воздушную петлю, поворачиваем, так, разворачиваем вязание и в само кольцо провязываем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Соединяем. Вводим крючок в первый провязанный столбик и присоединяем нить. Ну, я вот выбираю самым темным цветом, которым заканчивался квадрат. Сейчас я беру в работу нить темного цвета, потемнее которая. И ввожу ее в работу. Далее, вот в следующую петельку провязываем столбики без накида и заодно прячем концы нити. Белую ниточку можно обрезать. Провязываем над каждым столбиком по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать и вот 16 столбик без накида провязываем
этим цветом нити. Далее присоединяемся в начале вязания соединительной петлей, то есть в начале вязания ряда. Так же само ниточку можно обрезать. Далее у нас в работу идет выбранная мной нить более светлого цвета. Провязываем начальную закрепительную петлю. И вводим крючок в один из столбиков без накида, провязанным предыдущим ряду. И вяжем в каждый столбик по 2 столбика без накида. Одновременно нити, концы нити прячем вдоль провязанного ряда. Итак, 1, 2, следующие 3, 4. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вяжем по 2 столбика, 1, 2, так до конца кругового ряда. Довязали до конца ряда, у нас в ряду 32 столбика без накида. И присоединяемся в первый провязанный столбик без накида. Следующий ряд. Провязываем одну воздушную петлю и вяжем сюда столбик без накида. Затем воздушная петля. Пропускаем столбик в предыдущем ряду. В следующий вводим крючок и провязываем столбик без накида. Далее вяжем 7 воздушных петель цепочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, здесь пропускаем 1, 2, 3, 4, 5. Шестой столбик. Вводим крючок и вяжем столбик без накида. Воздушная петля. Пропускаем столбик в предыдущем ряду. В следующий провязываем столбик без накида. У нас должно получиться 4 таких арочки. Вот 1, 2, 3, 4. Вяжем снова 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 пропускаем. В шестую вводим крючок и провязываем столбик без накида. Воздушная петля. Пропускаем столбик в предыдущем ряду. В следующий провязываем столбик без накида. Повторяем еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель. И пропускаем 1, 2, 3, 4, 5. В шестую вводим крючок и провязываем столбик без накида. Воздушная петля. Пропускаем одну петлю предыдущего ряда. В следующую вводим крючок, провязываем столбик без накида. И повторяем четвертый раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее в первый столбик провязанный вводим крючок и присоединяемся соединительной петлей. Так на данный момент виден наш квадрат. Следующий ряд. Вот у нас под воздушную петлю между столбиками вводим крючок и такой соединительный столбик провязали. Далее воздушная петля и сюда провязываем столбик без накида.
Теперь будем вязать столбики под первую арку. Делаем накид и провязываем 3 столбика с одним накидом. Один накид, второй столбик, накид, третий столбик. Затем вяжем 3 воздушные петли. Это у нас пико. И присоединяемся вот в верхушку столбика соединительной петлей. Снова вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли, соединительный столбик. Снова 1, 2, 3. 3 воздушные петли, соединительный столбик. Еще раз 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И вот что у нас должно получиться. У нас должно получиться 3 пико. То есть под цепочку мы провязали с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиков с одним накидом. И под воздушную петлю между столбиками без накида провязываем столбик без накида. И далее повторяем так же само, провязывая под каждую из дужек столбики с одним накидом и пико. Вяжем так до конца кругового ряда. И заканчиваем ряд, присоединяясь в провязанный столбик без накида. И сразу же меняем цвет нити. Теперь будем вязать нитью салатового цвета. Провязываем в начале ряда 3 воздушные петли, которые заменят нам столбик с одним накидом. 1, 2, 3 и еще 2 воздушные петли. И затем сюда же вяжем еще столбик с одним накидом. Вот у нас получился как бы провязанные 2 столбика с одним накидом, между ними 2 воздушные петли. Далее вяжем 1 воздушную петлю. И столбик без накида провязываем в пико. Снова воздушная петля. И вот у нас 1, 2, 3 пико. В среднее будем вязать столбики с одним накидом. Провязываем 1, 2, 3. Затем 2 воздушные петли. И еще сюда же вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2. 3. Это у нас угол квадрата. Далее провязываем воздушную петлю и в пико столбик без накида. Снова воздушная петля. Вот у нас одна арка обвязана и вторая. Между арками в столбик без накида вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и столбик
с одним накидом. То есть так, как мы вязали в начале ряда. Снова воздушная петля в первое пико. Из трех провязываем столбик без накида. Воздушная петля. И далее вяжем следующий угол квадрата. В среднее пико провязываем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли между тремя столбиками. И это у нас уже второй угол квадрата. Я думаю, процесс понятен вязания этого ряда. Довязываем ряд самостоятельно до конца. Заканчиваем ряд, присоединяемся в третью воздушную петлю подъема и сразу же меняем цвет нити. И в моем примере это уже будет у нас последний ряд. Провязываем вначале воздушную петлю подъема и сюда же вяжем столбик без накида. Под 2 воздушные петли между столбиками провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Над столбиком с одним накидом вяжем столбик без накида. Под воздушную петлю столбик без накида. Над столбиком провязываем столбик без накида, под воздушную петлю столбик без накида. Далее у нас идет 3 столбика с одним накидом. Над каждым из них провязываем столбики без накида. И вот у нас 2 воздушные петли. Сюда мы вяжем с вами 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Ну и далее обвязывание квадрата повторяем. Над столбиками провязываем столбики без накида. Под воздушную петлю вяжем также столбик без накида. Здесь у нас 2 воздушные петли, поэтому провязываем 2 столбика без накида. Ну и так вяжем до конца кругового ряда. Довязав до конца, присоединяемся в первый провязанный столбик без накида с соединительной петлей. Квадратик связан, ниточки аккуратно прячем с изнаночной стороны работы. Ну и я сразу покажу, как эти квадраты можно соединить между собой. Складываем их лицевой стороной друг к дружке. Берем ниточку, которую будем присоединять. Провязываем начальную закрепительную петлю. И вводим крючок. Вот у нас здесь 1, 2, 3. В среднюю из петель. Этот квадрат. И этот квадрат. Вот 1, 2, 3.
и провязываем столбик без накида. Так же само под две косички. Вот у нас следующая петля, этот квадрат и этот квадрат, второй. И провязываем столбик без накида. И так, подхватывая за обе косички, провязываем два квадрата вместе. И вот у нас снова угол. Провязали среднюю петлю вместе и закончили, связав два квадрата с одной стороны. Посмотрим, как выглядит шов. Это у нас изнаночная сторона. И вот так он выглядит с лицевой стороны. Соединения бывают квадратов разные, поэтому если вы предпочтете такой способ, то можно применить и такой. Вот так вот смотрится. А я с вами на этом прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. До свидания, до новых встреч!